Прекрасный подарок ко Дню Конституции и Дню молодежи сделали для жителей города Вольнянск руководители районной организации «Фронта перемен». Они организовали на главной площади бесплатный праздничный концерт с участием знаменитой группы «Земляне». Народным гуляниям не помешала даже непогода. Несмотря на ливень, почти весь Вольнянск собрался, чтобы послушать классику рок-музыки. Воскресный вечер в центре Вольнянска, яблоку негде было упасть. Еще бы, сюда приехала легендарная группа «Земляне», чтобы выступить на празднике в честь Дня Конституции и Дня Молодежи. Кстати, к вольнянцам не первый раз приезжают легенды советской рок-музыки. На празднование Дня Победы здесь, на этой же площади, выступала группа Стаса Намина «Цветы». И вот теперь концерт знаменитых «Землян». Все эти праздники и приезд звезд для Вольнянска организовала районная организация «Фронта перемен». Нынешний концерт объединил два поколения – молодежь и их родителей. Послушать любимые хиты 80-х вольнянцы пришли в основном семьями. Просто воспоминания, возвращаюсь в юность. И когда они поют, вроде бы проживаю еще раз это время прекрасное, которое было. Все песни моей молодости, в свое время на дискотеке под эти песни бегала. Замечательный концерт. Живой звук, то есть все на живую, без фанеры. Очень, очень классно. Мне очень нравится этот концерт. Я рада, что я сюда пришла и попала сегодня. Барабанчик классный, песни в них бомбовые. Гитарист тоже обалдесный. Вообще молодцы, тексты отличные. Буквально с первой композиции зрители начали подпевать песням, ставшим уже классикой. «Каскадеры», «Радость и печаль», «Поверь в мечту» – эти и другие композиции группа «Земляне» фактически пела вместе с Вольнянском. И даже начавшийся ливень не смог сразу остановить программу. Ну и, конечно же, концерт не мог состояться без главного хита всех времен – «Земля в иллюминаторе». Как признался лидер «Землян» Сергей Скачков, их музыка продолжает оставаться очень востребованной, и выступления на концертных площадках идут фактически без перерыва. Я не могу припомнить вообще, в принципе, плохую для нас реакцию. Вот. Реакция была, в общем-то, как всегда, доброжелательная. А организаторы мероприятия обещают, что это был далеко не последний праздник в Вольнянске с участием знаменитостей такого масштаба. Спасибо большое, еще раз с праздником. Спасибо большое. Всех благ.